Счастье, изобилие и справедливость. Кто-то говорит, я не могу быть счастливым, потому что в этом мире царит несправедливость, и изобилия на всех не хватает. Для кого-то много всего, а у кого-то ничего нет. И здесь справедливость обозначается как фактор, зависящий от внешних обстоятельств, что кто-то решает за нас, и мы чего-то недополучаем. Теперь давайте возьмем обычную ситуацию из обычной жизни. В этом году в Омске большой урожай вишни, и у моей мамы на даче ее просто пруд-пруди, тьма тьмущая. И она предлагает мне предложить знакомым приехать к ней на дачу и набрать эту вишню даром. Ситуация следующая. У меня есть несколько знакомых, которые жалуются на то, что у них нет денег на то, чтобы купить ягоду и сделать, например, варенье на зиму. Вот, у них есть запрос, и мир опосредованно через меня и мою маму и ее дачу дает людям возможность получить эту ягоду. Я распространяю сообщение о том, что есть вишня, даром, надо только приехать ее и собрать. И думаете, как вы думаете, кто-то приехал за вишней? Удивительно, но даже те люди, которые плакались и говорили, что им очень-очень просто жизненно необходимо нужна ягода, они не приехали. Вывод делаем из этой ситуации, что мир дает нам все, что мы запрашиваем. Но ситуация состоит в том, что мы готовы или не готовы это принять. Предлагаю вам, если у вас возникло желание, оглянуться вокруг себя, проанализировать все ситуации изо дня в день, как мы живем и как мы поступаем. И всегда ли мы, желая чего-то, берем потом то, что мы желали? Вот как в ситуации с ягодой. На самом деле в мире всего всем достаточно. И как только от нас идет запрос к миру, он теми или иными способами дает нам под наш запрос. Но мы не всегда видим, слышим и умеем получить с благодарностью то, что мир нам дает. Иногда зациклившись на том, что в этой жизни можно только все купить, мы проходим мимо тех ситуаций, когда нам мир что-то дает даром и может быть как-то видоизмененным. Поэтому сегодня, в августе, летом, я приглашаю всех на дачу, кому необходимо и кто хочет полакомиться вишней. Моя мама готова даром, с удовольствием со всеми поделиться. Оглядывайтесь в своей жизни почаще. Когда вы отправляете запрос, наблюдайте, как мир вам отвечает на ваш запрос. И на самом деле мир изобилен, мир справедлив, и мы в нем всегда пребываем в состоянии счастья. Только ни первое, ни второе, ни третье иногда мы не замечаем.